Всем привет! Решил обработать свои персики, черешни там, все такие ранние, боящиеся мороза. Растишки вот таким препаратом, как реверб, антистрессовый препарат. Вот. Ну вообще, жидкое органическое удобрение универсального действия. Усиливает фунгициды и синтециды, ну а в чистом виде очень хорошо работает как антистрессовый препарат. Увеличивает засухоустойчивость и морозоустойчивость растений. В прошлом году одно растение, вот там вот у меня абрикоска, ну, пострадала. После обработки сразу же пошла в рост. Единственный такой для меня был минус, я до сих пор не обработал, надо, чтобы температура была не ниже 8 градусов. Вода должна быть приблизительно 20 градусов при обработке. Сейчас вот у меня она горячая практически. Вот здесь я уже налил 200 грамм, 10 литров воды. Будет такой 2% состав. Вот здесь я этим составом сейчас обработаю. Ну, он должен 20 минут так вот постоять, не расколачивая ничего. Я подолью молодой виноград. Вот. А следующим заходом у меня пойдет уже обработка персика.